Глава города Андрей Гаранин посетил Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и безопасности населения. Цель рабочей встречи – провести беседу со специалистами учреждения, ознакомиться с условиями труда и уровнем материально-технического снабжения. В ходе осмотра отдела единой дежурно-диспетчерской службы и пункта видеонаблюдения Андрей Гаранин отметил, что для усиления безопасности граждан в ближайшей перспективе будет увеличено число камер. Наш город, конечно, является достаточно благоустроенным, комфортным по ямальским меркам, но считаю, что безопасность наших жителей – это приоритетная задача. Думаю, что мы пересмотрим программу по снабжению камерами систем видеонаблюдения городских улиц. В настоящий момент она предполагает порядка 6 дополнительных камер в год. Я думаю, что будем это количество, конечно же, увеличивать. Также глава города посетил сектор воинского учета и отчетности. Во время встречи с сотрудниками отдела отмечена важность этого подразделения для Губкинского, поскольку на месте можно решить вопросы, связанные с воинским учетом, не обращаясь в районный комиссариат.